Для меня мир крутится сейчас вокруг других вещей. Для меня не во главе угла стоит работа, а для меня самое важное — семья. Вот это мое богатство. Это то, вокруг крутится весь мой мир. У меня замечательный муж, которого я очень люблю. Он прекрасный отец. И он много снимается, и он востребован. И я так им горжусь. И я так рада, что у него все хорошо и складывается. Я так радуюсь, что его так любят зрители, что у него такая громадная аудитория поклонников. Это же круто, когда ты гордишься мужем своим. Я им горжусь. Я надеюсь, что я приду с ним на премьеру на какую-нибудь наконец-то. Я буду стоять, думаю, я буду гордиться им. У него будут брать интервью, его будут фотографировать, а я буду рядом. Вот я буду гордиться, что какой у меня муж, вот, что я могу позволить себе не пахать как лошадь, что я могу позволить себе отдохнуть, могу позволить себе поехать с детьми к родителям.